бәрі 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 жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп солады. Көңілің жыра 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 толады. Бәрі 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 жақсы болады. Всем привет! Сегодня у нас восхождение, ленивое восхождение на Большой Алматинский пик. Нам осталось подняться всего лишь 200 или 300 метров. Примерно около 20 человек и одна собака. Как настроение? Холодно, хотим к солнцу. Алмата осталась где-то там, внизу. Мы проехали Большое Алматинское озеро, проехали много разных интересных мест. И пойти вот так прямо-прямо, можно перейти границу и оказаться в Киргизии. Там есть озеро, называется Иссык-Куль. Вот он, Большой Алматинский пик. В общем, мы идем вот так и туда. Здесь уже Киргизия. С этой стороны вообще роскошный вид. И город Алматы открывается. Как на ладони. Посмотрите. Вон как Тюбе. И все отсюда видно. Были вот там на этой площадке и пришли мы оттуда вот так сюда. Никогда не забывайте в горы солнцезащитный крем и очки, прям можно куда-то покласть в рюкзак, чтобы это все было наготове, сразу лежало, потому что в горах всегда солнце жарит сильнее, обветриваются губы, и не надевайте теплые куртки, потому что когда вы идете вверх, вы очень сильно потеете, и обычная простая курточка этого будет достаточно. Мы примерно в 20 минутах ходьбы от пика почти поднялись. И вот за каждым поворотом виды нас поджидают. Вот такие вот красивые, потрясающие места здесь у нас. На голову? Будете на голову вставать? Ну, если будет, то ровнее немножко можно. Ну да. Вы гимнастка? Нет. Я кто? А почему говорят не тренер, а учитель? Учитель Юги? Да. Почему? Кто-то говорит тренер. Ну правильно, учитель, да? Кто-то говорит инструктор. Но я все-таки считаю себя учителем. Хорошо, учитель. Мы это сделали. Большой Алматинский пик.
Высота 3680 метров. А еще одна гора в моей копилочке. Пик туристов почти 4000. Там 50 метров не хватает до 4. 3950. Вот это пик карниз, пик Туран, 4010 метров. Пик Советов, да? Вот это самый сложный. Большое Алматинское озеро вот там внизу. Где пик Нур-Султан? Я ходил туда. Вон самый дальний. Вон тот черный, да? Черный и высокий, да. Я был там, классно. Как дела? О, дорогие мои карапузики, как дела ваши? Я чулую ваши пузики, слышите? Вот такие у нас красивые горы, друзья. Ничем не хуже французских Альп, я бы даже сказал. Так, ну сколько в итоге человек? Я примерно 70. Расскажи нам, пожалуйста, что вообще происходит вокруг? Куда ты ведешь всех людей? На самом деле, все очень прекрасно. Группа людей позади нас — это люди, которые не хотят стоять на месте, которые хотят двигаться, развиваться, узнавать все что новое. В данное время мы двигаемся, мы выдвинулись с Чимбулака, идем к урочищу Туюксу, к лагерю Туюксу, а направляемся в направлении Черного водопада. Все улыбаются, радуются, обнимаются и, в общем, наслаждаются жизнью. Горы — это прекрасный наркотик, приятный и полезный. И я не знаю, как світанок настає, и как закінчився улюблений альбом. Бо не бажаю ні хвилини самоти, і так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. Многие не знают, куда мы идем. Кто-нибудь знает, куда мы идем? Так, давай мы с тобой поговорим чуть-чуть. Ася. Ася, можно на ты? Конечно. Мы же с тобой вроде ровесники. Да. В смысле, я такая стану. Ты часто зарядки проводишь? Конечно, вторник, четверг. Каждый вторник и четверг. Каждое утро я провожу зарядку на горельнике. А вообще, конечно, каждый день, это моя работа. Где ты работаешь? Ну, в каком зале, я имею в виду? Битурбо работаю и во фривее. Танцевальный зал, а битурбо — это фитнес-клуб. Там тоже групповые занятия, тоже по утрам включенные люди приходят. И мы тренируемся. И ты их заряжаешь, да? Я их заряжаю, да, все утро. Да. Ты очень энергичная. Да. Я просто в спорте уже давно и... А что? Я люблю это все дело. Понял. А что ты употребляешь для того, чтобы быть такой энергичной? Это вообще прекрасно. Да, это очень красиво. Там находится труба, и эта труба, она брызгает, брызгает, и, в общем, получилось так, что здесь все замерзло. Расскажи, пожалуйста, нам, что ты употребляешь в пищу? Честно, в пищу ничего не употребляю. Стараюсь кушать правильно. Ну, бывают, конечно, грешки. Ты мясо ешь? Конечно. Ну, у тебя мясо. Как... Есть продукты, которые ты не кушаешь? Нет. Нет. Жирное. Ну, жирное только, если. Жир. Курдюк не любишь? Нет. Так, отдай микрофон. Не с нами. Да. Вот. А вообще, совет всем, как заряжаться на весь день. Просто утром просыпаюсь, улыбнитесь сами себе в зеркало. Вот просто, даже если нет настроения. И вот день задастся именно в том направлении, в котором вы встали. То есть вы улыбаетесь, встаете, улыбаетесь этому дню.
улыбаетесь солнцу, что оно стало, и заряжаетесь на весь день энергией. Это тебя в Индии этому научили? Не, в Индии, к сожалению, не была. А ты читала книгу «Магия утра»? Я, да, читала. И, ну, некоторые моменты, конечно, у меня не получаются, потому что медитировать вообще не получается утром. То есть я засыпаю сразу, если лежу и медитирую. Вот, поэтому, ну, какие-то моменты исключаю. А так, да, это, ну, советую тоже все прочитать. Включайте бодрящую зажигательную музыку, которая просто заставит как-то двигаться. И это тоже придаст очень много энергии и сил с утра. А ты можешь без музыки вести зарядку? Да, без проблем. У меня всегда в голове звучит музыка. Серьезно? Да. А сейчас какая? Вот такая, веселая. Ну как, это не веселая, но просто ритм такой у меня, как сказать, звучит, набивается в голове. А ты алкоголь употребляешь? Нет. Все понял. Под природным кайфом. Под природным кайфом. А у тебя есть мечта? Мечта? Да. Мечта есть, ну даже не одна. Но. Ты о них не рассказываешь? Нет, я могу рассказать. Я, как уже говорила, я люблю путешествовать. Я хочу как можно больше увидеть стран и посмотреть, как люди живут и чем они вообще заряжаются. Вот тоже, да? Там, например, есть какие-то страны, где просто у людей даже нечего кушать. Ну, да, это нормально. Африка там или что-то. Африка, да, или какие-то да. Такие. Есть такие даже страны, да, где воды нету там. Вот. Ты туда хочешь поехать? Ну, да, просто посмотреть. Накормить людей? Дело даже не или быть, зарядку провести? Я могу. Просто, да, дело в том, что, ну, как бы, понять, ну, я и так понимаю, что у меня прекрасная жизнь, и все есть, как бы, а как люди, ну, проходя через все это, остаются позитивными и добрыми. Так, ты стой. Почему у тебя два рюкзака? Мы не выбираем легких путей. А здесь что белое? Это баннер рекламный, специально сворованный для сегодняшнего мероприятия. Что ты хочешь с ним сделать? Ты хочешь, чтобы постелить его, как в детстве, клеенку и, в общем, чтобы все на него сели и потом поехать? Ориентировочный размер его, насколько я помню, где-то 3 на 2 или 3 на 5. Все не поместятся, да? Максимально сколько людей поместится, чтобы могли сесть и вместе скатиться. Тебе сколько лет? 10? А тебе? 8? Не тяжело идти? Немного. Не тяжело. А мне тяжело. Это первый раз? Первый. А что у тебя со щеками? Они ожгли. Как будто бы напудрили тебе. Подприпудрили щечки. Не, замерзли. Все девушки мечтают о таком макияже, ты знаешь? Устала? Нет, нормально. Все хорошо? Все супер. Нет? Я так понимаю, имею честь разговаривать с организатором, да? Да. Мероприятие. Так вот получилось, то, что полгода назад я начал ходить на горельник и звать с собой друзей, чтобы они также привыкали к активному образу жизни, трансформировали себя, занимались спортом, вдохновлялись, заряжались энергией. И вот сегодня у нас порядка 100 человек идут в поход. И 6 тысяч в инстаграме подписчиков. Да, меня это очень мотивирует. Самое меня мотивирует то, что у ребят происходят положительные изменения. У нас многие за здоровый образ жизни. Я в том числе, я год вообще не пью алкоголь, не курю кальян, ничего. Супер, супер, да, я тоже. Да. Каждую неделю куда-то ходите, да? Что-то делаете, да. Каждый день, да? У нас тут интервью. У нас выработался такой график, то что вторник, четверг мы в 6.30 занимаемся на горельнике. Каждую неделю, это уже полгода. 6.30 утра. 6.30 утра. Да. И среда, пятница, 8 вечера мы также топим на горельник, вечерняя группа. Каждые выходные у нас поход в горы, либо тематические мероприятия, совместные завтраки. В общем, человек, попадая в фактор мотивации,
он может быть уверен, что спустя какое-то время, промежуток времени, находясь здесь, он для себя привет новой привычки, выйдет на другой уровень энергии и будет чуточку счастливее. Попадает в надежные руки, да? Да. Почему все говорят, что ты самая красивая в этом клубе? Я понятия не имею, все просто преувеличивают. Все говорят, самая красивая, живет в нашем районе, прыгает в воду синюю. Ты прыгаешь в воду синюю? Или тебя камера просто любит? Каждая девушка, посмотрите, какая она красавица. Давно ходишь вообще в походы вот в эти? Походы первый раз сегодня пошла. Выбралась наконец-то. С рутины домашней. Держи меня за руку. Признайся честно, ты жениха пришла сюда искать? Нет. Нет? Нет. Невесты? Друзей. Ну тебе нравится самое главное? Очень. Посмотри, какая красивая природа. Вот ты вот когда смотришь сюда, что ты чувствуешь? Энергетика бешеная просто, не то что в городе. Настроение сразу вот повышается, смотришь на эти горы и прям вот жить хочется, веселиться и дышать. Хочется классно. Жить, да? Да, просто хочется жить, это же классно. Да, согласен. Ты алматинка? Да. А ты, ну, раньше ходила вообще в горы? Ходила, но я не могу сказать вообще, куда я ходила. Нет, я ходила на Кокжайляу, я поднималась сюда на велосипеде, представляете? Это было ужасно, но здорово. Любовь к природе — это вообще от папы. Да, ты ходила на черный водопад? Нет, ни разу. Я тоже. У нас с тобой сегодня будет дебют. Часом, коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі смутно, згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки. Начинаются такі достаточно интересные участки дороги, опасные. И сюда упасть, улететь мало не покажется. Здесь такая пробка образовалась, потому что шли мы сначала в гору. Да, привет, привет. А теперь надо спускаться или скатываться, или прыгать просто сразу туда, я даже не знаю. Как вообще вы поступаете там? Расскажите, доложите обстановку. Вон есть такие мысли в голове, типа, зачем я сюда пришел, что я здесь делаю там? Почему я не дома? Таких вопросов не возникает? Да, дома сейчас сериальчик, диванчики. Анжелика, что случилось? Я уже поднялась, пускай. Ты обиделась на горы, решила пойти домой? Нет, я уже все. Или ты упала в снег? Я там вся, там очень много снега. Да? Там хочешь не хочешь, уж как я вернусь. Посмотрите, что со мной произошло. Анжелика, покажи людям, что со мной сделали. Я не знаю, я не вижу, правда. Да, это ты на меня посмотрела, да? И я упал. Вот. Люди не устают, не стоят передо мной. Так. Вообще, желательно, конечно, в такие места приходить с кошками. Это специальные такие острые накладки на одежду. Видите, девчонки какие пошли в горы. Я стишок вспомнил один. И хотелось бы жить иначе, носить драгоценный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Да? Я так понимаю, если они полетят, то они и меня зацепят. И потом уже будет не до водопадов. Вот он, этот водопад. И все, да? Больше же ничего здесь не происходит. Можно возвращаться? Bye.
как машина, бля. Не говори. Не, в какой-то момент я испугался. Я просто понял в какой-то момент, что сейчас будет пипец. На ней была шуба, это был писец. Че, девчонки, где ваши лошади? Я понял, что если эта бандурина не остановится, мы можем остановиться об дерево или еще об какой-то камень. Невероятно весело. Я вспомнил детство сразу и все на свете. Насколько я отмороженный, я реально испугался. Это реально, да? Я тоже что выпрыгнул. Я уже очканул под конец. Я думал, она не остановится, понимаешь? Вот. Горельник с правой стороны. Обычно люди ходят по дороге, по асфальтированной. А вот Александр мне показал путь такой, с моста. По мосту можно пройти. Ну, да. Вы сказали, здесь еще родник, да, есть? Ну, вот сюда, вот, если там по тропинке пойти, вот там есть. Вы здесь все дорожки, да, знаете? Ну да, тут я. Как с 83-го года заехал, мне нравилось. А вы всегда без верхней одежды ходите? По настроению. Ну да, бывает же, когда стресс. А, вы стресс так снимаете? Ну как, она снимаешь, она тело само берет, все пропускает и все. Вы организму даете стресс, и она... Ну организм за счет того, что на работе. Вы холодный, можно я вас потрогаю? Холодный еще. Вот здесь не холодно. Обычно та часть тела, которая до конца не включилась, она холодная. А в речку ныряете? Ну да, я в Астане жил, я там каждый день ходил, купался. Там в цирке работал. Я тут в Алматы 5 лет проработал в цирке. В Астане 4, потом. Вы акробат? Инженер. Как вы к алкоголю относитесь? Я вообще с детства никогда не пил. Никогда не пили алкоголь? Ну, за жизнь, наверное, раз 15 попробовал. Что-то организм не воспринимает, тяжело идет. А сигареты? Я вообще не курю. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ним и новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобилей радиовцу напомнит нам о том, что не сбылось. Сейчас посмотрим, как Владимир с Ларисой живет. Я в шапке. Не хватает тумбочки такой. Ну, она делается, просто хендмейд будет. А, да? Да, заказываем с Москвы специально, мастер, ручная работа, все дела, из натурального дерева. Переехали Семья? Недавно, ты там на камеру, давайте я скажу, мы переехали 3 месяца назад, за 3 месяца вот мы чуть-чуть... Это вот та комната, где мы сегодня будем больше времени пребывать. Вау! Это баня здесь? Да. И уже тепло. Ты уже и жарко, здесь? Уже 2 с лишним часа просто топится в холостую. Супер. С телефоном можно регулировать. Да, в Казахстане тоже есть цивилизация. Это действительно так. Система умный дом. Да. Здесь гостевой санузел для гостей. Это для нас, да? Да, мы еще ни разу им не пользовались. Сколько комнат здесь, Вова? Да вот столько, не знаю. А, это спальня. Это спальня, да, гардеробная тут. Хозяйская спальня. Сними, пожалуйста, это вот. Вешал Володя сам. Да, лично я все делаю сам. Хозяйский. Супер. Вот. Удивительно. Такое ощущение, что я куда-то в дом попал за несколько миллионов долларов. А он сколько и стоил примерно? Ну, здесь, в смысле, в свое время. В 2008 году. В планах массажное кресло. Для игры в покер, мафию, там и все такое, развлечения всякие разные. Ну, конечно, в денег очень много было вложено. Я вижу то, что дорогие материалы и качественно вообще это все было сделано. Да. Я просто в шоке вообще. Как можно продать 3-комнатную квартиру и купить такой дом? Или сколько? Двухкомнатную. Как можно продать 2-комнатную квартиру и купить такой дом? Ну ты, наверное, добавил чуть-чуть или как? Совсем чуть-чуть. Да, но квартира-то была 2-комнатная в Нью-Йорке. А купили дом в Алмате. 7 комнат дом,
против. Да, еще участочек 6 соточек. Здесь а, вот участок есть? Смотри, вот это вот все камень натуральный. Ну я говорю, я чувствую, что очень качественный материал, вот это да. Дерево дорогое. Ну вот считали построить такой дом в два раза дороже, чем его. Да, у тебя есть участок прям реально? 6 соток, Володя. Нифига. Правда, сейчас там прохладненько. Нифига не видно. Сколько стоит? Ты можешь сказать, сколько стоит? Или не можешь? Отдать квартиру в мегацентре двухкомнатную, чуть доплатить? Ну, грубо говоря, как трехкомнатная, да, квартира? Ну, я вижу, это же дерево, да? Европейское, с печатями, да, положено. Массив, не какой-нибудь там шалям-балям. Да. Да, это, ну можно только удивляться ходить. Ковка была, вытяжка, там, стиральная машинка, вытяжка, это все было. То есть, все, что на переносное, это все уже наше. Угу. А куда делись хозяева? Чего с хозяевами? Они переехали в Москву. Сколько мы с тобой лет? 15, да, знакомы? Да, нет, наверное, с 99-го года, 2000-99, ну уже 18-19 лет, да, примерно столько времени. Ну да, вот. В 2000 году Денис открыл клуб. Компьютерный, мы там играли. Мы там все дружно зазнакомились, короче. Вот 18-19 добрых лет. Да, Денис, привет тебе. Я знаю, ты меня смотришь. Я сбор. Сегодня мы приехали на озеро Кольсай. Вот если смотреть прямо, его очень хорошо видно, правда, оно засыпано снегом. У нас замечательное настроение. И мы идем кататься на коньках. Не у всех есть коньки, но мы все идем кататься на коньках. Хорошо спала? Я вообще замечательно спала. Ты хорошо спал? Да. Как вы спали, молодой человек? Отлично. И я отлично спала. Ты с кем спал? Я? Это, опачки, я ожидатый вопрос. Я спал один. Ага, нет, неинтересно. Да. Но смотри, я как в точку тебя спросила. У тебя да. Был шанс. Да, у меня был шанс, и у меня был вечер веселый. Веселый вечер, да, у тебя был? Да. Что ты делал вечером, расскажи. Ну, мы ехали весь вечер. А, да, ой, блин, я забыла. Да. У меня просто новый мозг, я немножечко не помню. Расскажи, где ты взяла новый мозг? Там прямой репортаж. Не прямой. На пленку записываем. На пленку же мы записываем. Доброе утро, мы записываем на пленку. Скажите, пожалуйста, что мы здесь делаем? Хватает у меня обо мне интервью. Расскажите, там уже. Расскажите, что мы здесь делаем. Мы кайфуем. Сейчас будем вот эти факелы поджигать. Кайфу. Мы хотим растопить Кольсай. Мы хотим Кайф. Растопить Кольсай. Следующий наш герой нашей программы – Анастасия! Здравствуйте, Анастасия. Как вы здесь? Анастасия, вы говорите, do you speak Russian? I do, I do. Я люблю. Дую, но фигово. Это Настя, она сейчас расскажет, что она здесь делает. Я здесь наслаждаюсь свежим воздухом. Это после ночи в замечательном домике она здесь наслаждается. Бессонной ночи. Почему мы здесь не спали? Там запись идет? Да. Почему мы здесь не спали? Мы здесь могли в палатках спать. Почему? Да, мы могли. Потому что ты не взял палатку и, как обычно, не позвал никого. В палатку, да, к себе? Палатку, да, вон себе. Моя. Твоя палатка? Да. А, у тебя уже все там стоит? Да. Ну, в смысле? Это не дырка, это техническое отверстие. А, если рыба больше отверстие. Тебя Наталья, да, зовут? Нет. Анастасия Олеговна. Анастасия Олеговна, простите. По батюшке я. Да, а у тебя фамилия Кокс, это в честь? Фамилия Кокс, в честь Кокс.
В честь угля или в честь... Я просто преподавателем работаю, а там без этого как бы... Нет, не идет дело. Преподавателем чего? Фортепиано. А, да? Да, я пианистка. Серьезно? Ну, по мне так, может, и не скажешь сразу, но на работе я капец прилично. Я знаю. Короче, я видел в Ютубе, там девочки играют на пианино. Есть девочка, она играет знаменитые всякие произведения. Да, 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 Лала это или Лола, да, ее, да, зовут. Да, Лола. И вот невозможно оторваться, на самом деле. Непонятно, от музыки или от платья, да? Да. И как бы ты не слышишь, что она играет. Но вроде пальчики бегают, да? Да. Но когда девушка играет на вот... Фортепиано? Да, или еще на чем-то, это действительно очень круто и сексуально. Вот здесь можно ходить, гулять, я вижу тропинки. Интересное место. Что, у тебя все получилось? У меня? Да. Ну как тебе сказать? Ну почему подходишь? Что, о чем мы говорили, у тебя получилось? Да, да. Че, парни, наслаждайтесь видами. Кино заказывали, да? Может, вообще лучше без? Без штанишек? Ну, как вариант. Вообще, без штанишек, в принципе, лучше, да. Ну, я думаю, раз делать, то делать. Конечно, делать до конца. А то что это такое? Полупокер какой-то получается. Не пойдет? Назик, спускай штаны. Ну, чуть-чуть. Нет, вы никому не мешаете. У вас живот блестит. От чего? От жира? Нет. От пота? Нет, там что-то блестящее. Наверное, потому что я... Все нормально. Это озеро Кольсай. Дальше идет озеро Второй Кольсай, Третий Кольсай. А если вообще в то направление, примерно 100 километров из Иссык-Куль. Киргизия. 100 километров? Ну здесь, вот здесь очень недалеко. Подержи микрофон вот так. Я хочу пойти на Иссык-Куль, пойдемте. Здесь вот пики есть, я не знаю, как они называются, может этот. Ну, люди туда восходят. Вот грамотно вот там остаться с палаткой. Да, и мы можем, мне кажется, летом там заночевать. И утром кто-то хочет подняться, либо на второе озеро, тут, в общем, то есть, когда с палаткой, тут уже много возможностей. Очень необычные такие ощущения, потому что, если посмотреть вот по краям, то это берег озера, и летом, естественно, здесь вода, и, наверное, может быть, на лодках люди катаются. Я бы, наверное, просто ближе к берегу шел, да и все. Туда же ближе к берегу, глубина нормальная. Здесь глубоко, да? Здесь где-то метров 10. Я хочу сломать этот лед. А то что мы пришли просто. Вот. Вот из-за чего я не знаю. Да. Помыл, короче, я башмачок один. Да. Ну, чуть-чуть совсем, ничего страшного. Вот, поэтому. Короче, я показал, как не надо делать. На зимой на Кульсайском озере. А вообще прозрачная. Посмотри, какая вода. Я твой мотиватор. Ты так не кричи, вдруг тебя не поймут. Или не так поймут. Да. А вдруг так, как мне нужно, поймут как раз таки. Вот. Вот это да. Действительно. Как будто стало холодно. Серега, вылази, а то людям холодно стало. Мы продолжаем поиск пещеры. Здесь есть пещера или шахта какая-то. И, в общем, мы уже заходим вот в такие вот затерянные места. Вот, собственно, эта пещера. Вы есть... смотрите по сторонам, вот тут вот эти проволоки могут... Проволоки.
Летучие мыши здесь летучие могут. Мыши. Может медведь там спереди быть. Здесь может быть животное какое-то. Вы умеете верхом ездить? Да. Хорошее, хорошее. Только он недолюбливает нас. Еще назад сделал. Ему это не нравится, да? Да. Тишина, покой. С левой стороны лес очень красивый. С правой стороны речка. И только слышно, как потихонечку тает лед и скатываются камушки. Здесь нет связи. Подключусь к интернету, буду публиковать сториз для вас. Поэтому, чтобы не пропустить, чтобы узнать первым обо всех моих событиях в жизни, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании. Короче, Васик не тянет, поэтому мы пересели на Делику. У вас Делика Шамани, вы знаете? Да-да. Шамани, это круче, это ответ Шамани. Во Франции есть деревня такая, Шамани, в Альпах. Вот. В честь этого места назвали Митсубиси Делику. Вот это место уже мне напоминает Европу, Швейцарию, Францию. Очень много зелени и снега. Кто заплатил за лошадь? Катаются на лошади. Озеро, да, выглядит примерно так же, как на фотографиях. Вот. Сейчас у меня под ногами лед, снег, вода. Мы нашли место, где видно лед и пузырьки воздуха, которые застыли под льдом. В некоторых местах видно даже корни. Здесь сейчас засыпало все снегом, было много снега накануне. И 2 дня шел снег, поэтому все засыпало. Надо подбирать, в общем, такую погоду, чтобы приезжать сюда, чтобы не после снега и чтобы был не сильно тонкий лед. Получается, здесь не было снега и был лед только просто. Прозрачный абсолютно лед, все корни было видно. Деревья. Ага. Ну, покажем везде. Да. Как могло быть на самом деле. Да. Ожидание реальность, да? Эти деревья, они же умерли? Они же не растут? Да, они не живые. А раньше были живые, просто затопило водой, да? Сюда, по-моему, ледник спустился или что-то такое. Хочешь купаться? Что только девушки не сделают ради красивых кадров для инстаграма. Вам не холодно? Нет, что девушки только не сделают ради красивых кадров для инстаграма. Да, действительно, точно. Вот сразу видно, у кого есть инстаграм, у кого нету, да? Так, что здесь происходит? Что вы делаете? Ребята, там хрустит лед страшно. Хрустит лед? Да. Где? Летает лед. Между нами, да. Летает лед. Да. Пошли, нет, куда ты меня видишь? Здесь уже хрустит. Ну, вон там. Ну, я думаю, да. А какая глубина? Больше 10. Больше 10? Я не слышу хруста. Говорят, здесь больше 10 метров глубина. Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол. И хоть пока бьет пар под загнутый капот, я, братик, уверен, скоро нам повезет. Ведь горы пакелин, горы пакелин, горы пакелин. И тем, кто держит шаг, и
никаких потерь, просто наступает время. Время разложить эту жизнь по местам. Полный поколений, полный поколений. Могут ты свалить, ой, держи удар. Так, ну что, друзья, после того, как я немного искупался, мы решили подняться наверх и пофотаться на снегу, устроить фотосессию на снегу. На самом деле, если пойти немного правее, здесь можно подняться наверх и еще дальше пройти туда, на тот берег перейти, к устью реки. Сегодня у меня был более чем интересный день. Я сегодня и покупался, и пофотографировал. Все, что надо и не надо, короче говоря, я миссию на сегодня выполнил. Очень неожиданно произошло мое погружение под воду, так сказать. Я сразу среагировал. Я думаю, сразу надо выставлять в такие моменты руки вперед и наклоняться. И я еще начал, то есть сразу ногами отталкиваться от воды, от того, что там у меня было под ногами. Самое главное, наверное, побыстрее высушить одежду и по возможности поменять хотя бы носки, потому что ноги — это самое основное. Вот, штаны у меня в принципе уже высохли. Ну, было очень весело. Серега мне рассказал, что это даже полезно. Он вчера купался тоже в холодной воде. И он говорит, ничего страшного, это даже полезно, потому что внутренние органы все начинают работать на максимальных своих возможных параметрах. Если вы будете заниматься всякими разными вот такими походами, кататься на лыжах, гулять в горах, вы обязательно полюбите кататься на коньках и так далее, вы обязательно полюбите зиму. Вот здесь нас ждут наши автобусы. Сейчас мы уже едем в баню париться срочно.